аптеку иду. А у вас регидрон есть? Маску одеваем. Регидрон у вас есть? Регидрон есть у нас. Две, подпойтесь, дайте. На каком основании? Ну, такой, как, ну, чтобы не заразиться, чтобы вас не заразить. Ну, а я не болею. Ну, и что? Откуда вы знаете, что вы не болеете? Ну, потому что не болею. Принесите мне справку, что вы не болеете. Мне маску нельзя. Маску 13 рублей, масочку продам вам. Как вы мне можете продать масочку, если у меня нет масочки? Ну, я вам вот масочку продам. Ну, а без маски, как вы мне можете продать без маски-то? 2 метра назад отходите. Отхожу. Так, давайте мне. Регидрон 2 штуки. Пожалуйста. Мужчина, вам нужна маска. Вот в магазин вы зайдете, вас что там обслужат? Что обслужат. Нет. А я говорю, да. А я говорю, нет. Ну, это вам так кажется. Почему кажется-то? Ну, потому что. Потому что примеров полно, кажется. Ничего мне не кажется. Вы меня будете обслуживать? Я вас обслужу. Давайте. А вот на 3 метра от меня подойдет. Я отошел. Вот вы отошли, я сейчас приближусь, и не будет 2 метров. Хорошо, я отошел на 3 метра. Прям антиковидники, прям принципиальные, такие аж сил никаких нету. А вот посмотрите, что в поликлинике делается. Ну, мало ли, что там делается. Незаконная эта маска. Почему незаконно-то? Ну, назовите мне закон. Ну, вот вы вот заболеете, и потом скажете, законно или незаконно это. Вот когда заболеем, тогда и будем маску носить. А откуда вы знаете, 14 дней карантин. Пожалуйста. Карту ложите? Да-да, вот, нет, втыкаем. Карту ложите, я сказала. Вы карту ложите, отходите опять же. Вот это номер. Ну а почему номер? Почему? А подпрыгивать не надо, когда отхожу? Можете подпрыгивать, это ваше дело. А головой биться от вот эту ступеньку не надо? Это ваше дело. У меня, вы знаете, сколько с ковидом проходит за день? У них что, на лбу написано, что они все ковидные? Конечно. Да? Конечно. А вы ковидные, нет? Откуда я знаю? Ковидная я или не ковидная? 14 дней инкубационный период. Да мне какая разница, сколько он будет? 14 дней скажут. Мне нельзя маску носить и все. По медицинским показаниям. Сказали, нет таких медицинских показаний. Да что вы говорите? Да. Кто сказал? По телевизору врачи. По телевизору? Да. А у вас, кстати, там на телевизор на морде не одет еще маска? Вы его не включайте, больше пользы будет. Да? По интернету все говорят, да, что... А может быть наоборот там все, говорят? Я с вами больше не хочу. Все, спрятались? Вы закройте сюда уж там. И никого не пускайте сюда. Вот это номер, да. Видали? Отпрыгнуть надо на 3 метра, потом продадут. Ну ладно, пойдем дальше.